общем, я сегодня книжку читала. Да. Там ребята учились в школе. Прямо как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Да-да. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки. И потом они все это разбирали и клеили на бумагу. И друг другу дарили, открытки делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно было класть. И так все красиво было. А одна девочка еще даже из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были, они их аккуратненько молоточком разбили, а блесточки с них посыпались. И эти блесточки... Ой, в общем, я сегодня книжку читала. Там ребята учились в школе. Прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки. И потом они все это разбирали и клеили на бумагу. И друг другу дарили, открытки делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно было класть. И так все красиво было. А одна девочка еще даже из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были, они их аккуратненько молоточком разбили, а блесточки с них посыпались. И эти блесточки... Ой, в общем, я сегодня книжку читала. Там ребята учились в школе. Прямо как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот. И у них... Ты меня не слушал, так?